Здравствуйте, дорогие мои подписчики канала и гости тоже. Сегодня я получила 5 посылочек с сайта AliExpress и решила показать вам свои новые покупочки. Давайте начнем вот с такой большой посылочки. Я ее уже надрезала. Так, здесь у нас пришли коврики для маникюра. Для рукоделия, чтобы не пачкать стол. Смотрите, розовый какой красивый, яркий. Сложены, конечно, они были не рулоном, как обещал продавец. Но так как они силиконовые, я думаю, что они особо не помялись. Сейчас я открою. Ой, какой приятный на ощупь. Вообще супер. Смотрите, какая прелесть. Ну да, я думаю, что он отлежится, и вот этого сгиба видно не будет. Розовенький и сиреневый. Сиреневый такого же качества. Хорошо моются, обещает продавец. Посмотрим, как они будут. Итак, следующая посылочка. Упакован zip-пакет. Здесь штамп. Так как помимо канзаши и букетов из конфет я увлекаюсь маникюром, то иногда мелочи всякие я заказываю с сайта AliExpress. Значит, вот такой прозрачный штампик и скребочек. Скребочек немножечко на одном уголочке отломан, но это ничего страшного. Штамп силиконовый с крышечкой, мягенький. Проверим его позже в использовании, и потом я вам все расскажу о нем. Так, следующая посылочка. Здесь два гель-лака, упакованы, как видите, просто пупырчатый пакет, никакой отдельной упаковочки для бутылочек нету. Вот такая фирма, 17-18 номер. Это темно-серый, тянется, о как, ничего себе. Темно-серый и светло-серый. Взяла на пробу пока 6 мл. Позже я их выкрашу, вам покажу, скажу свое мнение. Если мне понравится, можно будет заказать миллилитров больше. Так, следующая посылочка. Это кисточка. Кисточка закреплена в металлическом колпачке со стразиками. У продавца они разных цветов. Я определенный цвет не выбирала, поэтому мне пришел вот такой вот желто-оранжевый кончик, мягенькая. Естественно, она синтетическая, не натуральная. Но я думаю, что она мне подойдет для смахивания пылинок каких-то, либо втирки с ноготочков. Вот такого приблизительно на размера. Я даже не знаю, сантиметров 5, наверное. Так, дальше. Здесь у нас тоже гель-лаки. Продавец получше упаковал. Инструкция, по всей видимости. Все, конечно, помято. Да, все на английском языке. Zip-пакет, плюс каждый бутылечек еще завернут в два отдельных пакетика. Вот такой с креплением, с замочком. И второй точно так же упакован. Фирма Билен. Два оттенка я заказывала. Это блестящие лаки с блестками, либо с шиммером. Вот, смотрите, этот сиреневый с зеленым, такой насыщенный. Они прозрачные, наносятся на цвет основу. Этот зелено-голубой.
Позже я их тоже выкрашу, попробую в использовании и оставлю свои комментарии. Так, вот мои посылочки. Больше всего мне, конечно, понравились коврики. Всем, кто еще не подписан на мой канал, подписываемся. Будут выходить новые видео с обзорами выкраски и распаковки товаров, как для маникюра, так и для канзаши и букетов из конфет. Всем, кому понравилось видео, ставим пальчики вверх. Всего доброго, всем до свидания!